очень такое, можно сказать, капризное. Интересно, я уже тут не один раз ловил. Я не знаю, манит меня это озеро очень сильно. Довольно-таки резкими рывками. Ох ты, окушок среднего размера такой. На Руси псовые охоты были привилегией высшего дворянства. Охота с собакой особо колоритна, она увлекательна и продуктивна. Предлагаю вам приобрести хорошего помощника в охотах на зайца, красного зверя и копытных. Русские гончие и сибирские лайки от лучших производителей подготовлены к работе в самых сложных условиях.